Боже, что здесь происходит? Есть? Почему другие? Да! Всем привет, друзья! С вами Кроли, Оксигениум и Джек Шей. Всем здорово! Всем привет! И это GTA Online. Поехали! Да, гонки в GTA Online! Офигенные рампы, я врезался в столб. Идеальное начало. Офигенные рампы, я врезался в столб, да. 10 врезанных оксигенов из 10. Да-да-да, именно. 10. Да нет, тут все толкаются дико. Тут все толкаются очень дико. Асфальт перезаливают, вы видели? Воу-воу-воу, я засмотрелся на асфальт, зачем? Нет. А, нормально. Нихрена себе здесь пончик. Это пончик, если меня врезались. Прикольненько. Реально на пончик похоже. Вау, ребят, вы видите это говнище? Знаешь, это как... Это пончик из Симпсонов, это не говнище. Нет, это типа оригами, это типа как аппликация или оригами. Мне это напоминает из бумаги типа цветной. Это реально классно. Ага, согласен. Я не долетел. А я в дырку не пролез, обидно стало. Я еду крышей, почему? А, все так должно быть. Не получилось, если в дырку пролезть. Давай. Я что, виноват, что ли? Приземляйся! Аккуратно, а прошу тебя. Блин, гонка такая красочная. Так, аккуратно. Есть! Все! Идеально! Так, аккуратно. Труба, долетаю! Я долетел идеально. Идеально долетел. Почему? Нет, это не идеально. Не, идеально, идеально. Да, я согласен. Да. Вот я бы такой пончик скушал, если бы он был бы не из листов металла. Аккуратно. Все, все, давай. Нет, я не долечу или долечу. Ставим ставки. Пишите в комментариях. Я взорвался. Я долетел и взорвался. Я так и думал, что ты взорвешься. Я выиграл. Долечу. Я долечел. Молодец, кролик. Я сейчас за тобой прямо. Кто взорвался на Волграде? Я взорвался на Волграде. Я и ты. Ты за мной повторяешь. Все ясно. Я и ты. Мы взрываемся вместе. Вот ты сказал взрываемся, и я взорвался. Магия! Вжух, и я взорвался. Кроль, ты чё-то не позорься, пожалуйста. Барбоскины рулят. Кто? Не надо, 100 тысяч 57-я попытка, и я долетел идеально. Кроля. Аккуратно. Что ты несёшь, а? Уйди от меня, уворот кроля. Все, я взял чекпоинт. Я просто удивительно! Уйди, извращенец! Нет, чекпоинт! Ну и ладно. Я в дырку попасть не могу, это не очень. Чувак, сука! Чувак тут на чекпоинте на каком-то встал просто. Вау, а я, оказывается, здесь цветами смеялись. Аккуратно. Я на пятом, а мог быть первым. Я шестой, кроль, я за тобой. Я вижу, ты в Allright едешь. То есть проезжаешь. Да, я уже на трубе. Тут уже кто-то... Чувак! Прочь с дороги! Короче, первый... Ой, мы оба на Т-20! Он упал! Он упал, я еду и... идеально проезжаю. Нет! Ура! Якорная страдать вновь. Да. А может и нет, а может и да, а может и нет. Кто его знает? Я не знаю. И почему же опять на первом? Поехали. Это что-то уже как-то это странно очень. Кроля, Джекшей, я вас вижу. Сейчас мы Жеку в задницу толкать будем. Да что меня все толкают, ребят? Какого мы... Ты меня столкнул? Второй толкнул, третий толкнул. Я тебя не толкал. Ты у меня пролагал и столкнул. Ты вместе. Боже, что здесь происходит? Есть. Да как? Чё? Рампочка. Нормально, проехал. Я поеду налево. И опять сзади меня карман. И вот это называется идеальное приземление. Жека самолет. Нет! И меня занесло. Ну, все получилось. О, зачем? Там внизу чекпоинт был. Зачем я остановился? Маша что-то там проваливает. Ну ладно. Да. Ну наконец-то нормально проехал. Не занесло нигде и как-то просто оказалось. Ладно, надо, кажется, просто расслабить мозг. Здравствуй. Не, ничего. Кто-то все взорвался прямо перед моим ликом. Это было страшно. Переворачивайся, сволочь! О, молодец, ласточка! Погнали, поехали! Все! Привет, Женя! Да фак, зачем вы толкаете? Что за футбол воздухом? Что там случилось? Я не могу. Сейчас поеду другим путем. Нет.
Вот зачем она попадает? Есть как надо. Здорово, я сколько тут кругов? Задницу. Мне интересно. Да. Два круга. Ну, слава богу. Все, я проехал. Тормози. Все супер. Как хорошо, Женя, да? Я Жеку в задницу толкнул, и он красиво полетел. Вот что самое смешное было. Сколько раз ты его толкнул в задницу? И не я один толкал его. Ладно, окей. Он что, отошел? Так. Да. О, меня чуть не сбили. Все. Меня чуть не сбили. Тонко без меня проедет. Аккуратненько. Так, так, почти фиг. Я на первом месте еду, я только что увидел, охренеть. Баг. Круто. Каким образом? Баг. А вот так вот, слушай, я сам не знаю. Я... Зачем я поехал по этой стороне? Вдруг по ней не проехать, а хотя они симметричные. По правой... Нет, они не совсем симметричные. Допустим, Волрайт... Нет, по правой Волрайт подлиннее. Я на первом месте, а вы все на последнем. Да, нормально, я проехал с первого раза, надо было сначала по правому ехать. Тупо сломался, не могу, ну как бы я прихожу, я третий, я улетаю куда-нибудь. Вау, вот это попадос, вот это интересно. Ребята, я вижу финиш, и на финише тот чувак, который не ехал в состав. В смысле? Это, наверное, финиш. Баг какой-то. Нет, он нет. Просто кашляет. Да, короче, я тупо не могу нормально пролететь с того райда, вот тупо у меня не получается. А я третий, а был последним, а я... вот это попадос. Жека, а ты на каком? Я просто в шоке. Знаю, на каком-то не очень хорошем. Значит, зачем этот странный Волрайт проходить? Сейчас, короче, нормально пройду. Да нормально. Давай, все, Жека. Вот уже я. Зачем? Переворачивайся. Понятно. Идеально с первого раза. И куда? Понятно. Есть. Я все, сам, финиш. Да. Ты просто упади. It's a finish, bitch. Это финиш.